Доброе утро! Сегодня я хочу подробно рассмотреть такой термин в правилах дорожного движения, как вынужденная остановка. Несмотря на то, что данное понятие находится в самом начале правил, многие водители не могут отличить такую остановку от прочих вариантов прекращения движения. Вынужденная остановка – это прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя, пассажира или появлением препятствия на дороге. Итак, вынужденной остановкой являются следующие варианты прекращения движения. Из-за технической неисправности, из-за опасности, создаваемой перевозимым грузом, из-за опасности, создаваемой состоянием водителя, из-за опасности, создаваемой состоянием пассажира, из-за опасности, создаваемой появлением препятствия на дороге. Обратите внимание, к вынужденной остановке не относятся ситуации, в которых водителю очень сильно нужно приостановиться именно в этом месте. Если водитель решил высадить пассажира поближе к входу в офисное здание, то это будет обычная остановка. Что необходимо сделать водителю, прибегая к вынужденной остановке на дороге? Включить аварийную сигнализацию. Выставить знак аварийной остановки. Принять меры для отвода транспортного средства. То есть нужно оттолкать или отбуксировать машину туда, где остановка разрешена. При этом все перечисленное нужно сделать лишь в том случае, если остановка в данном месте запрещена. Если остановка разрешена, то водителю ничего дополнительного предпринимать не следует. Нужно просто заняться устранением причины, вызвавшей прекращение движения. И все же, при выполнении вынужденной остановки водители часто нарушают требования и не включают аварийную сигнализацию или не выставляют соответствующий знак. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Будьте внимательны. До встречи.